Итак, здравствуйте. Сегодня Масленица. Сегодня у нас небольшая обновочка от компании. Ну, компания знает. Итак, сегодня мы попробуем колесики, попробуем лошадочек, попробуем перетягивать канатик. Все это в минус 10. Мы посмотрим, как это работает. В конце мы расскажем, что из этого получилось. Тайм-триал. Отлично сработали ваши надувные игрушки. Вы молодцы. А всем я на самом деле рекомендую. Да, очень прикольные вещи. Народу заходит, в минус 10 работает, все прекрасно. Много позитива, хорошего настроения.